августе 2011 года северокорейский лидер Ким Чен Ир приехал в Амурскую область. Он вышел из своего бронепоезда и встретился с амурским губернатором Олегом Кожемяком. В октябре того же года Олег Кожемяка встретился с Ким Чен Иром в Пхеньяне. В результате этих встреч стороны договорились о сотрудничестве по ряду направлений и запланировали открыть в Благовещенске ресторан корейской кухни. В декабре 2011 года Ким Чен Ир умер. Но в Амурской области не пренебрегли достигнутыми ранее договоренностями. В октябре 2012 года в Преамурье открылся этнический северокорейский ресторан. Поют и играют девушки из Пхеньяна. У всех высшее музыкальное образование. Они артистки, живут в России уже год. Разучивают русские песни, постигают русский язык, развлекают своим талантом гостей ресторана, чем служат своей родине. Я не могу сказать, что мне трудно. Государство разглядело во мне талантливого человека. Государство потратило деньги на мое обучение и развитие. Поэтому не замечаешь, трудно тебе или нет. Государство для меня все делает, а я все должна сделать для него. Все 24 часа в день у артиста должны быть проникнуты творчеством. У него не должно быть деления времени и места для творчества и для жизни. Его время и место – это творчество и жизнь. Артист обязан обладать революционным духом, посвятить борьбе всю жизнь. Его уделом должны стать творчество и жизнь. Только им принадлежит каждая минута, каждая секунда. Из книги Ким Чен Ира «Характер и актер». Артистки из Северной Кореи живут все вместе, специально арендованные для них в Благовещенске квартире. Девушкам от 22 до 25 лет. Каждый их день проходит строго по расписанию. Подъем в 7:30 утра, затем уборка дома и совместный завтрак. В 8:30 зарядка и игры на свежем воздухе. Затем, чтобы в Благовещенске артистки из Пхеньяна жили правильно, следят старшая из них Ким Ын Зен и руководитель ресторана Рим Хи Кен. Одно из нерушимых правил – девушки всегда должны держаться вместе. Чтобы ничего не случилось. Для безопасности. Для безопасности, да. А мало и друг, они же русского языка не хватает. Угу. Да, да, лучше держаться вместе. Вот. Ничего, когда держаться вместе, ничего не боится. А когда один или два человек, там мало что-нибудь происходит. До свидания! Опять уборка здесь, все порядка сделан для обслуживания. И после этого у них начинается репетиция. Отработку мастерства надлежит превратить не только в процесс повышения художественного уровня коллектива артистов, но и в дело укрепления его идейного единства и прочного установления коммунистической творческой атмосферы. Все артисты обязаны постоянно вооружать себя идеями Чучхэ и на этой основе укреплять единство идей и воли. Обрести лучшую подготовку в идейно-политическом и художественно-деловом отношениях, помогая товарищам и подтягивая друг друга. Из книги Ким Чен Ира «Характер и актер».
У каждой девушки на груди значок в виде флага Северной Кореи. Такие носят все граждане КНДР. Такие не купишь. Их гражданам выдают на работе и в учебных заведениях. Попросили, да, позаниматься с девчонками, сделать русский репертуар. Но русский репертуар не только частушки, русские народные песни и что-то такое, да, то есть русский репертуар, он подразумевает и русский романс, и какую-то русскую лирику эстрадную, приятную. Mm-hmm. То есть хороший такой вот добротный, разноплановый русский репертуар. Вот мы над этим работаем. В моей семье нет людей творческих профессий. Просто я с детства любила музыку, любила петь. Мечтала петь для людей, мечтала о сцене. Когда я училась в начальной школе, государство заметило мой талант и помогло мне его развивать. После школы мне посчастливилось поступить в Пхеньянскую консерваторию. Я училась там 4 года. Я из творческой семьи. Моя мама артистка, играет на скрипке. Она в раннем возрасте попробовала отдать меня на занятия, чтобы посмотреть, интересуюсь я музыкой или нет, есть ли у меня способности. В профессиональном плане приятно общаться, потому что это подготовленные музыканты с образованием. То есть они все понимают, нам не нужен никакой другой язык. У нас есть один общий интернациональный язык, язык музыки. И мы, в общем-то, очень хорошо, общаясь даже только этим языком, друг друга понимаем. Порядка 20 песен принесла, и мы уже так это половину практически переработали, и они еще постоянно сами что-то предлагают, а мы вот это хотим, вот это хотим, вот это хотим. То есть, не знаю, я думаю, что весь русский репертуар они переработают за год. Мы немного знакомы с культурой России. В Корее показывают популярные советские фильмы. Жестокий роман, служебный роман, фильмы про войну. Мы знаем некоторые песни из них. Когда я училась в институте, мы учили русские песни, патриотические в основном. «Катюша», «С чего начинается родина». А те песни, которые мы поем сейчас, в основном про любовь. Oh,
традиция новогодней постановки. Она про прекрасную фею, на которую рассердился небесный бог и отнял у нее крылья. Фее повезло, она встретила хорошего парня, они поженились, и у них родилось много мальчиков и девочек. «Мы их потомки», переводится счастливый финал постановки. Когда репетиция заканчивается, они все переодевают служебный костюм. Так. И вот наша главная Ким, она проверяет подготовленности, готовы ли на работе, к работе или нет. Вот. Потом выступаем, когда гости приходят, обслуживаем, играем. У нас нельзя черные колготки носить, потому что люди привлекают нога. Угу. И еще у нас нельзя в распущенном волосом ходить. А почему? В службе, потому что в гости попадают. Еще у нас нельзя ходить в часы, например, свои кольцо. И ногти нельзя красить. И вырасти нельзя. Определенная длина. Да. И поэтому проверяют каждое утро, ногти длинные или не длинные. Только тот артист, который свободен от штампов, может создавать неповторимый образ. Индивидуальные особенности игры достигаются не мастерством или же какими-то своеобразными модными приемами. Оригинальная игра – это плод, который рождается лишь путем глубокого понимания жизни и верного осознания цели своей игры, выявления бурлящего в душе творческого энтузиазма и высокой ответственности. Из книги Ким Чен Ира «Характер и актер». Русские, с которыми и для которых мы работаем, они все такие веселые, заботливые. У русских людей вообще открытый характер. Это сразу бросается в глаза. Римна Хян, 23 года. В коллективе считается, что у нее самый высокий голос, а сама она одна из самых одаренных певиц. За время работы в корейском ресторане у Римна Хян появилась любимая русская песня. Очень черный. Очень черный. Больше всего нравится, да? Да. А какие корейские любимые песни? Сейчас он дарит ей желание, по-моему. Хипарам. Какая? Свист. Влюбился в девушку и уже несколько месяцев каждый вечер свистит перед ее домом. Но девушка не отвечает. На работе она выполняет свой госплан 300% каждый день и радуется. А у парня еще сильнее горит в душе любовь. И он думает, если станет новатором, может, тогда она поймет его душу. Потом люди уходят, наверное, три часа, кажется, да. И снова у них занятия. Песню кто-то снимает, кто-то играет. А потом вот сказку выучиваем. Муха-муха цокотуха, позолоченные брюха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базаре и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а в кашке по три чашки с молоком и крендельником. Это уроки русского языка. Когда мы только приехали, русский язык казался невероятно сложным. Но чем больше его узнаешь, тем проще он кажется. Я здесь уже год и немного понимаю по-русски.
Артистки должны не просто прочитать отрывок на русском, но и перевести на корейский отдельные слова, фразы, предложения. Я вас чаем угощу. Русский язык девушки учат по русским сказкам, детским стихам и рассказам. Живой мужик, и был у него кот. На такой проказник просто беда. Надоел он мужику, что просто след. Уже мужик кота посадил в мешок, отнес в лес, а там и оставил. Бродил-бродил кот, полез и набрел на избушку. Российское телевидение актрисы из Пхеньяна не смотрят. Интернетом не пользуются, российских газет не читают. Не положено. О том, что происходит в родной стране и в мире, девушки узнают из северокорейской прессы. Газета приходит раз в неделю. Ее читают ежедневно в рамках обязательной политинформации. Это из почты мы получаем. Вы специально выписываете? Да. Газету, да? Какая она называется? Ро Дон Синьмун. Это главный наша газета. А вот которые все читают. Почему важно, вот живя здесь, постоянно получать вот новости, да, и читать эту газету? Конечно, важно. Же, нельзя же человек безрозный, да? Да. Как-то, как вам сказать, все равно мы здесь, но надо дышать с ними вместе. Пять часов у них проверка. Проверка чего? Проверка заданий. Мы каждый день задаем задание. Вот. Кто-то не выполнил, не проходит. Страхуется. Да, потому что это же важно для них, это же важно. Они же так воспитали. Вот. Наши девчонки, знаете, у нас с детства так и привыкли. Вот. В детский сад, когда хотите, да? Вот. Детский сад тоже такой режим. Вот. Кто-то, например, хорошее дело для своего друга или какое-нибудь, ну, что-то хорошее дело делал, ему дает красный звезд в сердце. Да. Учитель дает красные звезды. Они больше всего любят вот эти красные звезды, чем конфеты. Ага, вот. Так и у нас в жизни так сложилось. Вот, поэтому дисциплина такая же. После проверки снова работа, потом концерт. Долг актера – верно служить партии и революции, для чего нужны глубокие знания жизни и высокое художественное мастерство. Именно эти качества помогают ему успешно выполнять свою миссию, осуществлять стоящие перед ним творческие задачи. Из книги Ким Чен Ира «Характер и актер». Но мы
вечерний концерт музыкантов из КНДР для благовещенской публики. Впрочем, не только благовещенской. Часто ресторан посещают высокие гости. Сюда привозят официальные делегации. Выступление экзотичного коллектива всегда тепло принимается. Кто не танцует, тот снимает видео. Не часто, придя на ужин в ресторан, попадешь на настоящий концерт. Когда мы приехали, сразу открыли этот ресторан. Приехали гости, губернатор Олег Кожемяка, высокие гости с вашей стороны. Собравшиеся в один голос говорили о нашей Корее, о нашем великом руководителе. Я удивилась, как хорошо они знали о нашей стране. Вот это в России мне и понравилось больше всего. Товарищ Ким Чен Сук, героиня антияпонской войны, пламенная революционерка и великая мать революции, отдала всю жизнь в борьбе за торжество нашего революционного дела. Ее жизнь, целиком отданная во имя отчизны и народа, ярчайшей страницей вошла в скрижали истории нашей Родины, вечно сияет вместе с дорогим именем вождя. У нас много песен о товарище Ким Чен Сук, это среди них. Когда нация торжествовала от радости освобождения страны, товарищ Ким Чен Сук пришла в город Вонсан. Местные попросили один раз показать, как она стреляет, потому что все слышали, что товарищ Ким Чен Сук – прославленный стрелок. В песне поется, что ружейный выстрел и сегодня далеко в небеса гремит, и этот гром выстрела нас зовет быть преданными до конца. Девушки вернутся домой за полночь. Они не только поют, играют на инструментах и танцуют, они еще подают гостям традиционные корейские блюда, помогают с уборкой ресторана, когда гости уходят. А завтра у выпускниц Пхеньянской консерватории будет выходной. С выходным можно поступить как угодно. Можно гулять, можно отдыхать дома. Главное – все делать вместе. Распоряжаться собственным временем так, чтобы времяпрепровождение было коллективным. Так еще 2 года. В 2015 году у девушек закончится срок контракта. Ожидается, что за 3 года работы за рубежом они неплохо заработают и вернутся в Пхеньян. Пхеньян – очень красивый город. Это необыкновенно красивая природа, театры. Я вернусь туда примерно через 2 года. Конечно, скучаю, да. У меня есть мечта – выступать перед корейским народом, петь для корейцев их любимые песни. Любимая песня самой Ким Ын Зен – это песня о партии. Я попросила Ким Ын Зен описать на русском языке смысл этой песни. Вот он.
Партия как мать, которая безумно любит своих детей и тепло заботится о них. Отвечает за судьбу народных масс и внимательно заботится о них. Эта партия с чувством любви прославила мою жизнь. Я о вас узнала не в книжке, а в жизни. Иногда мои страдания в душе вы залечиваете. 10 миллионов сыновей и дочерей вы вырастили героями. Ваш красный флаг, как подол платья матери. И я пою о вас хриплым голосом. Моя судьба – партия. Я пою о вас. Если у тебя есть талант и ты хочешь его развивать, то у нас в Корее для этого созданы все условия. Ты сможешь расцвести. Артист обязан быть надежно подготовлен, прежде всего в идейно-политическом отношении. Идея и сознательность служат той силой, которая определяет и направляет общественную деятельность людей. Обладая надежной и прочной идейно-политической подготовкой, актеры будут правильно понимать реальную жизнь, научатся точно определять цель своей творческой работы и смогут добиться заметных успехов своими сознательными и активными усилиями во имя осуществления поставленной цели. Пусть артист имеет знания и талант, но если он слаб в идейно-политическом отношении, то эти знания ради знаний и талант ради таланта совершенно непригодны для осуществления задачи развития искусства во имя народа, искусства во имя революции. Из книги Ким Чен Ира «Характер и актер». За 9 месяцев этого года в Россию въехало 21 447 граждан КНДР. Это больше, чем в прошлом году. В Амурскую область прибыло около 1500 корейцев. На территории Преамурья гражданам КНДР оформлено 1867 разрешений на работу. В Амурской области 1028 корейцев трудятся на объектах лесозаготовок и переработки древесины, 758 на объектах строительства и 81 человек на объектах сельского хозяйства.